Дорогие мои друзья, вот доехала я до поворота на Сиск. 2 часа езды осталось. Павловскую проехала вот туда. Атамановская, Ленинградская, Староминская и Ейск. Вот в ту сторону надо. Они то едут руками машут, что у них мест нет, то едут на заправку. Вот, видите, на заправку едет. Вот мы вдвоем тут с парнишкой стоим. Предложили на 12 километров вперед проехать. Я не стала. Хочу прямую машину. Помогайте. Помогайте прямым транспортом.